Всем привет, ребятушки, с вами Сафик 1234. И сегодня я буду проходить калибровку в новом режиме союзники. Ребята, я думаю, вам будет очень интересно, ведь я еще за каждую свою смерть буду открывать кейсики, конечно же новые. А потом возможно, что у меня соберется целая коллекция скинов легендарок статтрековских. И я, ребята, наконец-таки буду первым обладателем арканы статтрек из коллекции Empire. Ребята, давайте начинать уже. Вот, смотрите, у меня 9 игр сыграно в соревновательном, 9 игр сыграно в союзниках. Погнали каточку играть, ребята. Мне очень интересно, какое звание же мне выпадет. Давайте все, ребята, выбираем любую карту. Я целый день играл на этих картах, блин, было очень круто. Итак, ребятушки, у нас закончилась разминка, все. За каждую свою смерть я покупаю новый кейс Empire. Так, ребята, у нас карта Rust. Давайте посмотрим, что мы сможем на ней сделать. Так, пробегаем. Я, кстати, ребята, посмотрите, начал бегать с обычным ножом, потому что, ну, он реально очень с крутой анимацией. Ай-яй-яй, блин, что я не могу двигаться-то нормально, вы чё? Вот гад. Ай! Блин, вот это лаги, ладно, ребята. Первый раунд мы сливаем. Это не специально, если что. Конечно же, я, ребятушки, забыл совсем. Мы идем открывать кейс Empire. Давайте так, Empire покупаем. Опа! Открываем, ребята, сразу пули открываем, потому что нам нужно еще успеть на катку. MP7 Palace, MP7 Palace. Ну, MP7 Palace у меня много таких. Погнали дальше в катку. Давайте, ребята, возьмем что-нибудь, да? Как вы думаете, может, пистоль какой-нибудь? Смотрите, блин, какие перчаточки взорванные. Какой ножичек красивый. Уф, просто капец. Просто кошмар какой-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Капец, ребята, пожалуйста. Вы что, издеваетесь, что так быстро? Итак, ребятушки, мы снова покупаем Empire Case. Так, интересно, что же сегодня выпадет? Так, давай, бро, я в тебя верю. Давай. Tech Tropic. Понял, рарка. Окей, погнали дальше в катку. Так, блин, не хватает нормально денег. Давайте пока что возьмем P90. Так, ребята, прострельчик, они на миду. Смотрите, что, а? Ждет меня, да? Мы пока перезарядимся, отдохнем, передохнем. У него калашников. Калаш мне взад, блин. Да ты гад! 14 хп, 14 хп. О! Блин, вот гад, у меня 14 хп, ребят, что делать? Прифайром, да? Есть, нормально, вытащим, все. Первая победа, ребята. Так, ну мы должны по-любому стать элитой. Так, у нас броня у нас есть. Давайте эмочку новенькую, красоточку мою, арканку. Давайте, понеслась, ребята. Сейчас им дам жару, блин. Опа, смотрите, надымили, да, умники, а. Ха, у нас граната есть, ё-моё. Я думаю, я попал. О! Во, нормальная эмка отработала. Видели, да? Видели? Не, она мне очень нравится, ребята. С приседом она работает идеально. Кстати, если вы заметили, ребята, то появился еще, кстати, режим. Привет, бро! Я уже, кстати, поболтал с одним. Привет. О, ничего себе. Тихо. Да! Блин, только лаганул звук. Вот вы слышали, ребята, что было под звук? Это хардкор какой-то. Так, ребята, 2-2. Я совсем забыл купить кейс. Погнали покупать кейс. Открываем. Залетаем. Так, смотрим. Да ну! Блин, почти розовые перчатки, пан! Мама мия, я, блин, не переживу, ребята. Таких штук. Погнали дальше в катку. Так, ребятушки, все. Уже все прикупили. Погнали далее. Дворами без палева. Не привлекаю внимания. Так, в этот раз я взял эмочку М16. Да, блин, что за лаги, а? Это так бывает вообще? Да, блин, а! Так, ребятушки, погнали покупать новый кейс. Давай, родной, пожалуйста, выпади мне что-то хорошенькое. P350 Они. Погнали дальше в катку. Не, ребята, если честно, это какой-то хардкорчик, я вам скажу так. Мамбл. Вроде клан-то не такой уж и крутой. Но, блин, я что-то... Я на сетстоу не играл. Это как он так быстро добежал? Мы ж забыли, погнали покупать новый кейс. Итак, ребятушки, меня снова завалили. Покупаем Empire. Давай, открываем. Пожалуйста, бро, ты должен мне что-нибудь... Блин! Ну нормально, зертыгал, орочи! Вот это кайф! Погнали дальше в катку! Так, ребята, взял петуха. Блин, как же я вообще с всрато играю, ребята, это жесть какая-то! Да блин, а как это? Что это за лаги тут такие? Новый у него калашик, смотрите, какая девочка красивенькая. Фух, ладно, ребята, 3-4! У меня еще и шанс выиграть, блин. Все, ребята, у нас пистолетка. Давайте сейчас Сафик 1-2-3-4 будет вытаскивать камбэчи, так сказать. Блин, конечно, я на дальняк зря иду, да? С G22 на дальняк, это мало кому удается. Шансов намного меньше. Давайте, на ближний надо работать. Аккуратненько, тихонько. Давай, бро, красава! Есть! Ставим, блин! Давай, бро! Успел? Да!
Все, ребятушки, берем у нас АКРочку. Счет мы сравняли. Давайте, полетели, ребята, полетели. У меня опять бомба. Хочу я ставить на А. А! Блин, ребята, вы это видели? Вот этот новый датчик, да, который показывает, где убили твоего союзника. Он, блин, ужасно похож на урон. Я путаюсь. Ладно, нормально, нормально, ребята. Выигрываем 4-5. 4-5. Интересно, какое же звание мне дадут? Но я что-то как-то 4-5 иду. По-моему, по мне так это позорно, да? Да, блин, а! 84 хп, ребята, 84. Ребятушки, а мы погнали покупать новый кейс. Покупаем Empire, погнали. Погнали, ребята, давайте посмотрим. Да ну, Чамелеон, ребята, почти перчатки были новые. Чамелеон, легендарочка, ребята, поздравьте меня. Погнали дальше в катку. Так, все, ребята. Есть, минус один. Проходим дальше. Опа! Нормально, ребята, один раунд остается выиграть, и я узнаю, какое мне звание дадут. Давайте, ребята. Ждем. Опять смеда, ребята. Ну, по-любому кто-то выйдет. По-любому не вышел, не повезло. Опа, одного уже замочили. Второй остался, второй, бро. Yes! Саффикс гранаты завалил. Ребята, прямо сейчас мне дадут звание. Новое звание, блин. Давайте посмотрим, что это за звание. Ужасно интересно. Год 3, понял. Год 4 мне дали, ничего себе. Офигеть, ребята, ну совсем скоро я буду легендой, реальной легендой. Бро, если тебе понравился этот ролик, то пожалуйста тыкни вот сюда, вот на этот ролик, он тоже очень крутой, тыкай на него. И кайфани, блин. Ребята, поздравьте меня со своим званием, ну я, конечно же, его подниму. Сейчас посмотрю, как у меня будет в соревновательном режиме. Короче, ребята, тыкайте. Всем пока. Пам.